Чебоксарское городское собрание депутатов, сокращенно ЧГСД. Какие решения принимают выбранные нами депутаты и какому это приводит результату? Об этом в ближайшие минуты расскажу вам я, Ольга Пырочкина. В эфире программа «Местное самоуправление». Что делать с чебоксарскими оврагами? Этим вопросом задались городские депутаты. Они собрали рабочую группу, которой предстоит решить, как использовать непростой рельеф с пользой. Вместе с ними по оврагам бродила и наша съемочная группа. Если бы все чебоксарские овраги просто засыпали землей, то в Чебоксарах не было бы, например, такого уникального места, как залив, рассказывает директор института Чуважгипроводхоз Иван Алексеев. Он отмечает, эту особенность рельефа можно использовать с пользой. Так, сотрудники института еще 10 лет назад придумали, как облагородить новый Илларионовский овраг рядом с кооперативным институтом и сделать для жителей северо-западного района удобный спуск к Волге. Наша тема была именно с учетом возможности организации движения с выездом непосредственно на берег Волги. То вот. Это автомобильная дорога? Да, это автомобильная дорога с учетом пешеходных полностью, рекреационные мероприятия. Даже здесь предусмотрены дополнительные рекреационные мероприятия. Вы, наверное, видите, создание каскада небольших водоемов, которая искусственно очищается тот поток воды ливневого стока, который идет по данному оврагу. Овраг у микрорайона «Новый город» специалисты предлагают приспособить под другие цели. На его дне можно расположить колодцы, коллектор ливневой канализации и очистные сооружения, которые будут очищать дождевые стоки перед сбросом в Волгу. И это только один из множества вариантов. 20% территории в городе – это овраги, которые можно использовать, как уже Владимир Николаевич сказал, для рекреационных целей. То есть зеленые общественные зоны – это, может быть, набережные, скверы. Для линейных объектов, коллекторов, очистных сооружений, дорог между микрорайонами можно сделать короткие связи, то есть, грубо говоря, из юго-западного поселка на Богданку переходы, если мы замоем эти овраги, и также можно использовать их под городостроительную деятельность. Чебоксарские депутаты собрали рабочую группу и привлекли экспертов как раз для того, чтобы решить, как лучше использовать овраги и составить комплексную программу по их освоению на следующий год. Впрочем, идея не новая. Что может быть на месте оврагов, архитекторы фантазируют давно. Проектов много, денег в казне мало. У нас градостроительство очень сильно связано с экономикой. Экономическая ситуация в стране такова, что мы пока вот такие большие проекты по освоению этих территорий пока приостановили. Осталось найти деньги и поправить экономику, и все это реализовать. Так или иначе, чтобы получить деньги и реализовать проекты, нужно сначала их предложить. И работа по их разработке началась. В этом году чебоксарские депутаты вышли с летних каникул раньше запланированного срока. О повестке дня, которая заставила народных избранников прервать свой отпуск, и рабочим депутатском августе в целом далее. Из депутатских рядов опять убыло. Собрание досрочно прекратило депутатские полномочия Олега Елугина, как сказано в проекте решения, в связи с отставкой по собственному желанию. Так что жителям избирательного округа номер 3, это ряд домов по проспекту Мира, тракторостроителей, Эгерскому бульвару, улице Кадыкова и другим, предстоит выбрать нового депутата. Мы должны объявить будем выборы. До выборы по данному одномандатному округу номер 3. В этом году мы точно же в сентябре не успеваем. Там есть определенные сроки, процедуры, нужно соблюсти, объявить выборы, то есть принять решение. Я думаю, это будет весна, лето следующего года. Оставшихся народных избранников в августе ждали другие срочные вопросы. Среди них передача части городской земли в собственность республики. Мы передали в республику земли под строительство школы в микрорайоне Волжский 3 и в микрорайоне Новый город. На мой взгляд, совершенно логичное решение, поскольку финансирование республиканское и федеральное, соответственно, и контроль должен осуществляться со стороны республики. По словам Олега Крутунова, проекты школ уже готовы. Начать строительство планируется в 2018 году. Между тем, в повестке дня внеочередного августовского заседания мог появиться еще один вопрос – выборы главы Чебоксар. На этом наставил ряд депутатов, мол, прошло больше 2 месяцев. Однако большинством голосов решение отложили, согласно федеральному законодательству, на то, чтобы определиться у депутатов еще около 4 месяцев.
гражданами города Чебоксары рождаются, а почетными становятся. В канун Дня города в столичной администрации чествовали нового почетного гражданина и вручали медали за заслуги перед городом. Медали чаще всего получают спортсмены, но это совсем другое дело. Ее вешают на грудь артистам, политикам, учителям, писателям, врачам. Этих людей разных профессий объединяет одно – заслуги перед городом Чебоксары. Я вас всех присутствующих здесь поздравляю, приветствую от имени депутатов начала 90-х годов прошлого века. Многие здесь сидящие сравнительно молодые, а некоторые, может быть, еще только в школе учились. Нас было 149 депутатов, принимали исторические решения. Мы жители города, и все мы любим город. Что вы, как специалист, пожелаете чебоксарам и чебоксаркам? Я как врач, только здоровье. Когда человек здоров, он счастлив и готов на любые свершения. Медалистов в этом году 6, а вот перечень почетных граждан города пополнил 1 человек. Заслуженный работник промышленности, который большую часть жизни посвятил тракторостроению. Иван Иванович Долгушин. Это была программа «Местное самоуправление». С вами была Ольга Пырочкина. До свидания.